Наполеон Бонапарт, больше вероятно встретит лучшего правителя, пришедшего путем наследования, нежели путем выборов. 14 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект о местных выборах 2015. Несмотря на то, что предвыборная кампания еще не стартовала, нынешний инцидент, происшедший в Чернигове по промежуточным выборам 205 округ Чернигова, показал, что борьба за депутатское кресло будет очень жестокая. Добрый вечер, это программа «Война и мир». Вы смотрите нас в прямом эфире на 17-м канале, на официальном сайте канала. Обсуждать мы будем сегодня конфликт в Чернигове, а также местные выборы и изменения в парламентском круге. Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это Михаил Павлю, политический эксперт. Добрый вечер. Добрый. Также к нам чуть позже присоединится еще один гость, Александр Клюжев, аналитик общественной сети «Опора» и Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины». Давайте, прежде чем мы перейдем к обсуждению нашей сегодняшней темы, мы посмотрим короткое видео. Я напомню, что ночью 17 июля люди господина Геннадия Корбана, это тот депутат, который баллотируется по 205 округу в Чернигове, задержал автомобиль своего главного оппонента Сергея Березенко. Геннадий Корбан утверждает, что в этой машине были доказательства подкупа избирателя кандидатом нардепа Сергеем Березенко. Давайте посмотрим это видео и вернемся обратно в студию. Является собственностью Констанчука Тараса и его представитель. Кто такой Констанчук? Кандидат в депутаты. Мы требуем вернуть автомобиль и имущество. У нас все законно. Люди и имущество принадлежит нам. Сколько там грошей изредки? Без понятия. Деньги это ничего противозаконного нет. А что это за гроши, чем уже на конвертах? Ну потому что так удобно. Для чего? Ну удобно так перевозить. Какая разница? Ну это же деньги, это же не противозаконно. А то, что там нашли патроны? Документы все есть, все официально. Все остальные вопросы на брифинге на 16.00 на пресс-конференции в милиции. Новость стала самообсуждаемой, топовой на прошлой неделе, да и на этой неделе. Как раз сейчас продолжается следственно-оперативная группа следствия. Скажите, что вот это такое? Неужели сегодня у нас так выглядят предвыборные кампании? Ну, во-первых, скажем так, прямо ничего оригинального с технологической точки зрения, да, с точки зрения технологического инструментария избирательной кампании, но здесь не произошло. Просто к кампании в 205 округе повышенное внимание, просто... А очень важные силы сошлись, скажем так, в противостоянии. Просто очень велика цена этих выборов, от которых очень многое зависит в развитии политической ситуации как таковой вообще, и в предстоящих местных выборах в том числе. То есть можно ли рассматривать эту ситуацию в более масштабном свете? Столкновение, ну, ни для кого не секрет, Геннадий Корбан представитель компании Коломойской команды, а вот Сергей Березенко как раз вот президентской партии. Можно ли говорить о конфликте именно этих вот двух команд? Ну, скажем так, безусловно, это команда Порошенко и это команда Коломойского. Больше того, от этих выборов зависит судьба, по большому-то счету, местных выборов, выборов городского голова в Днепропетровске, в Киеве, отчасти в Харькове, отчасти в Одессе. То есть от этого, безусловно, зависит, скажем так, вопросы, связанные с перспективами политической партии «УКРОП», так называемой. От этого зависят результаты блока Петра Порошенко «Солидарность» на местных выборах. Поэтому это очень знаковые, скажем так, как лакмусовая бумага выборы и форматирующие политическое поле и, скажем так, прокладывающие магистраль, по которым покатятся уже политические проекты. Ну, а вот если Геннадий Корбан все-таки побеждает на этом округе, какие-то перемены в парламентском круге будут заметны? Ну, на сегодняшний день, как мне кажется, все-таки вероятность победы Геннадия Корбана несколько ниже, чем вероятность победы представителя команды президента. Если же это произойдет,
если же Геннадий Корбан станет народным депутатом по данному округу, то это несколько меняет ситуацию, расстановку сил и, скажем так, присутствие команды Коломойского Игоря Валерьевича в Верховном Совете. Это высвобождает руки для господина Филатова, который после этого со всей, скажем так, чистой душой будет баллотироваться в мэры Днепропетровска. Вот. В противном случае, ну, наверное, могут и не пойти на эти выборы представители команды Коломойского. А почему вы сказали, что у Геннадия Корбана как раз вот меньше вероятности попасть в парламент? Ну, скажем так, во-первых, социология, безусловно, говорит в пользу того, что отрыв, пусть небольшой, но есть. Понятное дело, что около трети избирателей не отмобилизованы, не имеют определенного выбора на сегодняшний день какого-то, да, сформированного. Мало понятно, какая будет явка. То есть демонстрировать готовность участвовать в выборах может большой процент потенциальных избирателей, а в реальности придет на участки гораздо меньше. Такое бывает сплошь и рядом. Опять же, мы понимаем, сколь велика стоимость этой победы уже для команды Порошенко, которая тоже должна показать свою способность, подтвердить свою способность выигрывать, подтвердить свое признание и поддержку избирателя. И, опять же, наличие Сергея Березенко в парламенте тоже в некотором смысле меняет конфигурацию и высвобождает уже господина Гройсмана для участия в киевских выборах мэрских. Поэтому, конечно же, это все, ну, происходит, что называется, на повышенных тонах, и все это очень важно. Но ведь у команды Порошенко рейтинги за последнее время очень низкие. Разве есть вероятность, что Березенко может... Скажем так, у команды Порошенко рейтинги невысоки и падают, и тем более низкие по сравнению с тем, что было в 2014 году. Но по-прежнему все еще это самая популярная политическая сила и самая популярная персона политическая, наш президент в этой стране. Да? При огромных антирейтингах он все-таки обладатель все еще и положительного рейтинга. Ну, поэтому эта победа тем более очень важна. Угу. А к нам вот сейчас должен присоединиться второй наш гость. Он уже, мне сказали, что есть. Мы ожидаем Александра Клюжева. А сейчас я хотела бы связаться с нашим специальным корреспондентом Андреем Павловским. Он сейчас находится в Чернигове. Узнавал, как обстоит ситуация в городе в целом, да, и в 205-м округе, где именно баллотируется. Алло. Алло, Андрей, добрый день. Ты сейчас находишься в Чернигове, был в 205-м округе, я так понимаю. Расскажи, пожалуйста, что происходит в городе? Какая ситуация? Добрый вечер, студия. Вот мы... где-то около часа тому назад прибыли в Чернигов. Первое впечатление, мы заехали в город. Город действительно живет выборами. Постоянно по улицам ездят машины, которые в колонках, которых звучит информация о тех политических силах, которые выдвигаются на выборах, и тех кандидатов, которые хотят выиграть. По всему городу больше всего мы заметили рекламу Геннадия Корбана, политическая партия «Укроп», также отдельные баннеры были, на которых было написано «Благодейный фонд «Укроп». Остальные партии также, их билборды висят по всему городу, но их значительно меньше. Мы уже успели пообщаться с местными жителями. На самом деле их понимание ситуации сводится к тому, что две группы пытаются просто победить на этих выборах, и каждый это делает своим образом. Одни говорят, подкупает, а второй не подкупает, а дает там гречку. Один деньгами, второй гречкой. При этом друг друга постоянно обвиняют в том, что одна из сторон пытается подкупить людей перед выборами. Мы на самом деле пока что наблюдаем за ситуацией, делаем короткие видеоролики, и я думаю, уже сегодня там, и в дальнейших выпусках «Войны и мира» вообще на канале мы будем выкладывать все, что мы сможем увидеть своими глазами. Потому что ситуация достаточно напряженная в городе, на самом деле. Мы вот проехались по центральным улицам, в кафешках очень много молодых людей, знаете, почти все бритоголовые, такие постоянно все смотрят. Скорее всего, это приезжие, потому что по нашей информации, вот, которая у нас есть, вот у меня от правоохранительных органов порядка 500 человек приехало сюда на выборы для того, чтобы отстаивать позицию одного из кандидатов в депутаты. Сейчас пока не называю имен, потому что хочется уже на самом деле увидеть все своими глазами, подтверждение получить, и тогда я смогу уже более детально рассказать о том, что происходит в городе. А вот дальше предлагаю вам посмотреть короткий видеоролик. Мы уже успели снять некоторые моменты, и я думаю, уже каждый
каждый день мы будем выкладывать материалы о том, как проходят выборы в одном из самых скандальных сейчас на данный момент регионов Украины, именно в Чернигове. Да, Андрей, скажи, пожалуйста, еще. Вот Арсен Аваков сказал, что сегодня в Чернигов прибывает следственно-оперативная группа именно с силовой поддержкой. На улицах города ты видел какое-нибудь передвижение людей? Я скажу так. Вот те ребята, которые сидели такими большими группами, они забили почти все кафешки и рестораны в центре города. Мы даже вот сейчас пытались обзвонить гостиницы. Нету места. Так вот, правоохранители, которых мы видели на дороге, они действительно патрулируют. Это, скорее всего, местная милиция, и она просто патрулирует территорию. И не знаю почему, но она знает этих ребят, которые сидят в кафе, и не видел, что они с ними там здороваются. Я не знаю, может быть, это приезжие и коллеги, но пока что каких-то конкретных того, что там кто-то приехал, я лично не видел. Вот я в центре города сейчас в данную секунду нахожусь. Так, ситуация пока что спокойная, я своих коллег-журналистов, которые здесь находятся, звониваюсь, какие-то чрезвычайные ситуации происходят, якобы группы, которые сейчас... Депутаты, которые сейчас идут, один от Порошенко, от партии «Солидарность», второй от партии Коломойского, они друг другу блокируют саму предвыборную кампанию. То есть места, где есть агитационные листовки, где люди работают, они приходят туда и говорят, что там есть подкуп. Так точно так же поступают страна, тем самым блокируют друг друга. Но на самом деле жители не верят, как они объясняют одной и второй стороне, просто хотят, чтобы это как можно быстрее закончилось. Я поняла. Спасибо тебе большое, Андрей. Будем с тобой связываться, держи нас в курсе событий. Я напомню, что у нас на связи был наш специальный журналист из Чернигова Андрей Павловский. Давайте сейчас посмотрим короткое видео, которое он сегодня записал в Чернигове, и обратно вернемся в студию для обсуждения темы. Итак, мы добрались до Чернигова. В последнее время в СМИ постоянно писали о тех подкупах, о тех отравлениях. Некоторые вообще кандидаты, народные депутаты попросту спаивали молодежь. Были конфликты на улицах с местными жителями. Очень много разного видео появлялось в интернете. Что с этого правда, что с этого неправда, установить очень сложно. Поэтому вот мы отправились сейчас в Чернигов, приехали уже в город и будем разбираться, что же на самом деле происходит. Известно одно: Коломойский воюет с Порошенко. Будем разбираться, кто и какими методами пытается заполучить власть. Мы будем здесь находиться до самих выборов и будем вам показывать в таких небольших ежедневных дневниках, что же на самом деле происходит в этом скандальном округе. Меня зовут Андрей Павловский, я журналист, со мной оператор Владислав Бавтрук, и мы будем работать для вас. Итак, мы только заехали в город, видим, там укроп, там логотипы укроп. Вот здесь вот логотипы «Укроп» и баннера с Геннадием Корбаном. Почти весь город, он просто усеян фотографиями Корбана и его партией. Как видим, просто везде, каждые какие-то там 200-300 метров на несколько перекрестках. Вот видим, тоже есть некоторые палатки «Солидарность» Сергей Березенко, о которой мы говорят, что он сейчас баллотируется в партии «Солидарность», партии Петра Порошенко. Смотрим вот вдалеке. Прям целых три баннера на маленьком-маленьком участке тротуара. А это уже совсем три других баннера. Видно? Очень хочет Геннадий Корбан в парламент. Написано: Геннадий Корбан, конкретный результат 429 объектов инфраструктуры, и почему-то также пишется про благодейный фонд. Выборам, конечно, здесь сейчас готовятся, как видим, многие и все. В какой-то момент прямо аж усеяно было их баннерами. Свобода Андрей Мищенко. Борьба. А как показывает сейчас ситуация в СМИ, идет очень серьезно. Будем смотреть, кто же что делает на самом деле в этом городе. Но ясно одно, что все идут к власти. Напомню, что вы смотрите в прямом эфире на официальном сайте Смазского канала программу «Война и мир». К нам присоединился Александр Клюжев, аналитик общественной сети «Опора» и Донецкой областной организации «Комитета избирателей Украины». Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы только что посмотрели ролик нашего журналиста, который записал в Чернигове. Там
вследствие промежуточных выборов Верховную Раду по 205 округу как раз происходит конфликт между двумя оппонентами. Вот такая вот предвыборная гонка, можно ли сказать, что она вот стала анонсом будущих местных выборов, которые у нас будут в октябре месяце? Стоит ли говорить, что местные выборы грядущие будут тоже такие вот жестокие, запеклі? Тут є дві головні проблеми цього виборчого процесу. Перша проблема стосується, власне, того, що активні кандидати на цих виборах намагаються цю локальну кампанію подати як загальнонаціональну. Якщо ми згадаємо, наприклад, 2014 рік, мало хто пам'ятає і взагалі знав, що у нас одночасно з виборами президента в Івано-Франківській області відбувалися проміжні вибори народного депутата України. Тоді там не створювалося такого враження, що ніби це кампанія загальнонаціонального рівня. І в цьому є проблема, власне, для чернігівських виборців, що мало змістовної дискусії між самими кандидатами і виборцями щодо розвитку регіону, загальнонаціонального розвитку, а є намагання видати як політичне протистояння, яке відбувається в межах цілої країни. Ну і друга, більш важлива і більш визначена проблема – це, власне, те, що з позачергових парламентських виборів щодо порушень і злочинів проти виборчих прав держава і, власне, і виборці в цій державі не зробили висновків. Ми підвели статистику, то фактично 5% кримінальних справ зараз, які були відкриті за результатами позачергових виборів народних депутатів України, тільки потрапили до суду, тобто інша кількість або триває їх розслідування, або досі, або вони вже закриті. І в цьому є проблема. Тобто кандидати бачать, що руки у них розв'язані, всі технології, які використовувались, а тут, якщо ми побачимо по цьому округу, то це, по суті, технології 2012 року. Тобто благодійний фонд, коли немає прямої прив'язки до кандидата, і ніби так кандидати намагаються обійти статтю 160 Кримінального кодексу щодо підкупу виборців, там, використання державних, загальнодержавних програм агітаційних кампаній, як у іншого кандидата, там Рада регіонального розвитку. І такі, всі ці технології нові, але, на жаль, в Україні вони не отримали належного належної правової оцінки, і тому кандидати так вільно себе почувають в цій ситуації. Але тут варто зазначити, що більша частина кампанії пройшла в межах інформаційного протистояння. Тобто, фактично, з самого початку нагніталась ситуація, але це не виходило на конкретний рівень, там, обмежувалося якимись анонімними дзвінками про замінування тих чи інших публічних місць чи штабів кандидатів. Але от зараз є певна тенденція загрозлива, що це інформаційне протистояння, воно починає виходити на ознаки реального протистояння. І тут дійсно важливе рішення міністра про те, що особлива увага правоохоронних органів, але знову ж таки ефективна реакція правоохоронних органів може бути тоді забезпечена, коли вона спостерігається з самого початку виборчого процесу. Якщо у нас кандидати протягом основної частини виборчого процесу розгортали там недобросовісні технології, не було належної реакції з боку правоохоронних органів, то фактично це гасіння пожежі вже, коли зараз відбувається. І тут важливо в повідомленні Міністерства внутрішніх справ щодо відправлення нових сил додаткових правоохоронних відзначити, що фактично цієї заяви визнається, що місцеві правоохоронці не справились з тими задачами, які на них покладалися. Це достатньо тривожно, але ми маємо теж говорити про власні інтереси виборця, як йому забезпечити спокійне волевиявлення на цих виборах. Я поняла. Александр, вот скажите, 14 числа, как раз когда Верховная Рада голосовала за законопроект о местных выборах, как раз вот заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что закон о местных выборах, который был принят Верховной Радой, он основан на российском опыте. Я вот зачитаю цитату, он сделал пост на своей страничке в Фейсбуке. Кумедно вийшло сьогодні. Депутати коаліції за проєвропейський вибір України тішаться, як малі діти, що сьогодні протягнули до Верховної Ради закон про місцеві вибори, який фактично застосовувався на виборах до законодавчих зборів Санкт-Петербурга 2011 року. Не виходить ли так, що в ближайшому будущому будуть говоритися о том, що вот, рука Кремля дошла уже і сюди? Ні, тут не питання. Рука Кремля – це ефективність діяльності українського парламенту. Тобто ми знаємо, що була створена на рівні голови Верховної Ради робоча група з депутатів і незалежних експертів, які мали публічно напрацьовувати законопроект. І цей законопроект був напрацьований, але так виявилось, що
З'явився інший альтернативний законопроєкт, щодо якого висновки зробити було важко, тому що він вносився в таким кулуарним способом. Дійсно, якщо ми говоримо про саму виборчу систему, яка буде застосовуватися на рівні області, району, великого міста, то дійсно дуже схожа система на систему, яка застосовується в деяких регіонах Російської Федерації. Ця система полягає в тому, що партія висуває список кандидатів на рівні області, на рівні регіону. Кожен кандидат з загального списку закріплюється за територіальними округами, на які поділяється ця область, там місто і таке-таке інше. І потім вже прохідна партія, яка подарувала виборчі бар'єри, визначається прохідні кандидати від цієї партії шляхом порівняння відсотків, які отримали ці кандидати в територіальних округах. Тобто порівнюються не результати різних кандидатів і різних партій в одному окрузі, а порівнюється відсоток, який набрали кандидати в межах різних територіальних округів від однієї партії. І тут російський висновок від цієї системи, він однозначний, що крім взаємопоборювання, в тому числі нечесним способом між партіями, тут додається взаємопоборювання між кандидатами від однієї партії. Тобто і тут масив інформації з Російської Федерації достатньо великий, коли кандидати, в тому числі від правлячої партії, яка там домінуюча в Росії, намагалися нечесним способом занижувати результат своєї ж партії в сусідньому окрузі, там певні маніпуляції щодо однопартійців, які висунуті в сусідньому окрузі. Тобто тут проблема дійсно є, і російський досвід, якщо вже так вийшло, що схожа система, то треба враховувати. І плюс ми маємо ще розуміти, що ця система, вона створює ефекти недопредставництва чи надмірного представництва в різних територіальних округах. Наприклад, якщо партія, яка подолала виборчий бар'єр, потім між цими всіма партіями визначили, які кандидати проходять, ми можемо отримати округ, де обрано декілька кандидатів, а можемо побачити округ, де переможцем став не той кандидат, який набрав найбільшу кількість, а який набрав найменше. Тобто в українських умовах, коли суспільство є політично активним, політично збуреним, якщо хочете, оця і ці ефекти виборчої системи, ефекти, вони будуть незрозуміли виборці. І тому тут треба готуватися до того, що людям треба пояснити, що як мінімум це не обман, а це ефекти виборчої системи. І, на жаль, наскільки законодавці розуміли, які ризики вони спричиняють, ну тут достатньо важко судити. Михаил, мы вот только что посмотрели видео нашего журналиста. Он показал, что огромное количество билбордов именно Геннадия Корбана. Все остальные кандидаты, я так понимаю, наверное, очень уверены в своей победе, если они не прибегают вот, использовать такую возможность рекламную политической агитации своей кандидатуры. И вообще у нас существует в стране закон о политической рекламе, который бы вот, позволял так пропагандировать себя. Давайте я все-таки на первую часть вопроса отвечу. Суть в том, что одной из ключевой технологий, да, как бы одного из основных кандидатов, ну, как мне кажется, является недопуск альтернативной представленности, назовем это так. То есть это касается и внешних носителей, то есть бигборды, ситилайты, брендмауэры. Это касается эфиров на местном телевидении, радио и в печатных СМИ, и в интернет-изданиях. Это касается, в принципе, помещений, встреч и так далее. То есть смысл в том, чтобы купировать просто контакт и коммуникацию альтернативных кандидатов с избирателем. У меня есть такая догадка, и, возможно, она подтвердится совсем скоро на выборах предстоящих, что, как минимум, команда Геннадия Корбана, она просто передавит округ. Во-первых, это скажется, скорее всего, на снижение финальной явки, в моем понимании. А во-вторых, вот такой супер объем агитационного присутствия может сказаться уже в негатив, скажем так, на финальном этапе избирательной кампании. Мы видели пример тому, это был 2012 год, команда Натальи Королевской, когда устойчивый рост плато сменился под конец, в принципе, уже падением рейтингов, вплоть до обвального падения рейтингов, в силу именно перенасыщенности эфира агитационной литературой, агитационной информационной коммуникацией.
То есть я полагаю, что это еще один из факторов, который можно назвать ошибкой, наверное, команды Геннадия Корбана. Как оно будет в действительности, посмотрим. В таком случае, я так понимаю, что приезд главы Одесской обл. Администрации Михаила Саакашвили как раз вот в поддержку Сергея Березенко является позитивным в его случае, позитивным, скажем так, лучиком в пропаганді його кандидатури на виборах. Ну, я не можу давати оцінку діяльності тих чи інших кандидатів, так інше. Ну, з точки зору... Ну, тим не мені, привлечь к своїй кандидатурі топ-політика, по-моєму, це тільки сказується на плюс. Ну, я оцінюю це з точки зору того, чи відбулося порушення законодавства, коли один чиновник залучається до виборчої кампанії. Ну, з формальної точки зору тут порушення немає, і тут в неробочий день без залучення ресурсів обласної адміністрації, один з відомих політиків в Україні залучився до оцінки ситуації в окрузі. Тому це право кандидата, але тут більш серйозна проблема. Якщо ми говоримо про це засілля політичної реклами, ну, ми можемо засуджувати одного чи іншого кандидата, але цим засудженням ми ніяк не вплинемо на ситуацію, тому що на це ставка робиться, на масив охоплення виборців там, політичної реклами і таке інше, тому що і у нас же є традиція проведення таких виборів, да? І кандидати вважають, що це ефективна ставка. Тому тут єдиний вихід – це законодавчо обмежити політичну рекламу чи її заборонити в тому чи іншому форматі. Світовий досвід є. Це здешевлює кампанію. А як бути, простите, перебиваю, ви говорите, запретити політичну рекламу. А як бути з тими всіми методами, які зараз використовують? Той же самий Геннадій Корбан, як його називають, майор Гречка, або генерал Гречка? Так, ви просто зняли там мої слова, де я попередила. Дійсно, от якщо використовувати європейський досвід, в тому числі щодо обмеження політичної реклами, медійної реклами, то тут це спрацює тільки у тому випадку, коли правоохоронна система буде працювати ефективно і попереджувати підкуп виборців, щоб потоки не перейшли з політичної медійної реклами на підкуп виборців. Для цього має бути заслон правоохоронних органів, і тому ми до цього все рівно маємо дійти. Тому що найдорожча кампанія в європейських країнах, це в Україні будь-яка передвиборча кампанія. І дуже дивно на публічних заходах спостерігати, як європейські там партнери чи якісь там європейські політики, коли вони дізнаються ці суми реальні, які витрачаються на передвиборчий процес, вони питають, а точно Україна там найбідніша країна в Європі? Да? Тому тут дійсно законодавчо треба регулювати. І у нас була ідея, ми в вигляді законодавчого акту, в один із альтернативних законопроєктів про місцеві вибори заклали обмеження політичної реклами і медійної реклами. Але на місцевих виборах це взагалі логічно виглядало. Тому що це рівень територіальної громади, де як обличчя в обличчя обговорюють члени територіальної громади і кандидати, які борються за довіру територіальної громади, проблеми місцевого локального розвитку. Але депутати публічно навіть заявляли про те, що ми проти, тому що це ніби обмежить соціальні ліфти в цій країні. От політична реклама це створює можливість для нових політиків, але тут виникає питання, звідки у молодих політиків такі гроші для того, щоб замовляти на такий обсяг реклами. Тому ця проблема, мені здається, все ж таки вирішується не засудженням, а певним законодавчим моделюванням для того, щоб обмежити це засілля медійної реклами, політичної реклами. Хорошо, а нарушается ли какой-то закон, когда вот в своих предвыборных кампаниях используют депутаты все те же самые пайки, гречку? Ведь тот же самый Корбан заявил, что это не со своего кармана он платил, он просто обратился к благотворительной организации, та изъявила желание. Очевидно, что это уловки. Действительно, коллега совершенно прав. Насколько с этим столкнулись кандидаты в 2012 году, и именно в виде фондов таких благотворительных было найдено как бы решение. Потому что благодаря фондам, как минимум, вопрос выглядел двояко, там были возможности для маневров в судах и в позывах как таковых даже. Поэтому, на самом-то деле, конечно же, это подкуп. Банальный, сермяжный, что называется, подкуп кандидата, кандидатам избирателей. Совершенно очевидно, что правоохранительная система Украины на сегодняшний день не готова противостоять данной системе, данному инструментарию избирательному. Вот так.
Ну, за декілька днів до дня голосування на позачергових парламентських виборах Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України, і з 20 жовтня минулого року підкуп виборців став окремим складом злочину. Якщо раніше у нас проблема підкупу регулювалася терміном «непрямий підкуп» у законі про вибори народних депутатів, і плюс загальна стаття 157 Кримінального кодексу «перешкоджання виборчого права», в тому числі шляхом підкупу, то зараз ситуація набагато краща, що різні прояви підкупу, в тому числі і надання там негрошової допомоги, вони за Кримінальним кодексом врегульовані, і є відповідальність не тільки кандидата, але й виборця, що надзвичайно важливо. Тобто єдине питання – використовувати ці норми Кримінального кодексу. Безумовно, там, коли кандидати заявляють, що це не їх виборчий фонд, ну, це, знову ж таки, технологія не нова. Тому певне відчуття дежавю є, і тому що в 2012 році ми все це прекрасно бачили. І, тобто, ну, але заява кандидата – це не підстава не розслідувати. От ми маємо про це розуміти. В тому числі і наприклад, інший активний кандидат, да, Березенко, активно почав виборчу кампанію в окрузі з того, що його в квітні призначили куратором від Ради регіонального розвитку, консультативно-дорадчий орган при президентові України, куратором Чернігівської області. Знову ж таки, ми це в 2012 році проходили, коли висуванці від тодішньої правлячої партії також ніби дистанціювалися від можливості зловживання адміністративними ресурсами, але, по суті, використовували загальнодержавні програми розвитку, тобто, які там приймалися державою, не окремими політичними силами, використовували в своїх передвиборчих агітаціях. Ну і, по суті, ми бачимо тут повторення на цьому локальному виборчому окрузі, коли заявляється, що от Рада регіонального розвитку зробить те-те-те-те для Чернігова. Я пам'ятаю, як висуванці партії регіонів ходили і казали, що програма вручення безкоштовних тюнерів – це завдяки їх заслугам. Хоча всі розуміли, що ці цифрові тюнери для пенсіонерів закупили за державні кошти. Спасибо. Я хотіла що спросити. Сьогодні, в понеділок, Арсен Аваков сказав, що відправив слідчо-оперативну групу з силовою підтримкою в Чернігов. Это мотивировалось тем, что, не дай богу, повторятся мукачевские события в Чернигове. Хочу, кстати, напомнить, что сегодня Мукачево погиб гражданский человек, который попал под обстрел во время конфликта с правым сектором. Да, скончался. А вот сегодня в Чернигове как раз вот следственно-оперативная группа с силовой поддержкой. Насколько законно и правомерно в мирном городе во время выборов прибегать к силовой поддержке? Ну, послушайте, государство владелец монополии на применение силы. Если, ну, оперативная обстановка требует усиления правоохранительных органов конкретной муниципальной единицы, министр вправе направить туда эту поддержку, что он, собственно, и реализовал. Тем более, что ну, есть определенные опасения попыток силового давления. Да? То есть ваши же журналисты описывают ситуацию в городе, описывают наличие в городе большого количества, скорее всего, да, приезжих молодых людей. И это вызывает определенные опасения о том, что какая-либо из сторон может не принять результатов выборов и пойти на срыв выборов. Ну и в этом смысле, конечно же, действия министра совершенно очевидно, объективно актуальны. Ну, я думаю, що ви дещо перебільшите, коли кажете про використання там силового елементу з боку Міністерства внутрішніх справ. Це дійсно це рядова ситуація, коли є загрози, і міністерство реагує на це. І я думаю, що не зовсім коректно порівнювати Чернігів з Мукачево. Все ж таки, ну, це зовсім інший процес. Це різні речі принципіально. Мукачево якраз правий сектор, добровольчий батальйон. Ну, прямо правий сектор ніякого відношення до виборів в 205-му році. Ми дивилися самі відео, там були замечені якраз добровольці. В частности, машина, которую задержали люди Корбана, а он принадлежит кандидату Тарас Константчук. И СМИ писали, что он является командиром штурмовой группы «Батальон Донбасс». Не получается ли так, что Мукачево, там правый сектор, здесь Донбасс, это своего рода борьба с добровольческими батальонами? Нет. Мені здається, давайте не будемо лякати виборців. Давайте не будемо лякати виборців. Ситуація на поточний момент в окрузі контрольована.
я ж кажу, тут єдине питання ефективності діяльності правоохоронної системи – реагування на ті порушення законодавства про вибори, які відбуваються. Якщо ми зараз ефективно не відреагуємо, без всяких там певних інформаційних перебільшень, що це повторення Мукачева, а просто нормальна ефективна реакція, то ми побачимо оці порушення 100% на місцевому рівні, на рівні місцевих виборів. Тому для мене, наприклад, для громадянина принципово важливо, щоб хоча б якась частина цих порушень, які відбуваються там, отримала належну реакцію з боку правоохоронної системи. Тому що жодних стримувань тоді просто не буде. І тут, якщо ми говоримо про цю історію Мукачевську, ну, тут теж не треба певним чином маніпулювати. Є правий сектор, суб'єкт виборчого процесу, політична партія в Чернігові, і вони всі мають конституційні права, як представники політичної партії, брати участь у цих виборах. І якщо хтось спробує незаконно силовим способом втручатися, то тут суспільство має бути єдине, що держава має не допустити цього втручання і покарати винних. Тому я просто, враховуючи, що нас, напевно, дивляться і чернігівські виборці, намагався так дещо перебільшувати ту ситуацію. Я був в Чернігівському окрузі з моменту старту виборчого процесу вже багато разів, і от фактично до останніх днів я відчував, що і аналізував інформацію, що це все ж таки протистояння більше відбувається в інформаційній сфері. І нам важливо не допустити, що це інформаційне протистояння, щоб воно не перейшло в реальне. Оце головна наша задача. Я согласен с коллегой, что действительно не нужно нагнетать ситуацию. Я себе более чем с трудом представляю возможность применения огнестрельного оружия или, не дай бог, там еще чего-нибудь более тяжелого, да, на этих выборах. Скорее мы можем проводить аналогии и риски с этим днем выборов. Это вот выборы, в Киеве, когда были признаны несостоявшимися с участием Пилипишина. То есть, действительно, когда большие группы молодых людей используются для того, чтобы показать давление на избирательной комиссии, заблокировать принятие их решения. Но точно нам, я думаю, не стоит ожидать никаких там, не дай бог, кровавых разборок на улицах города. Я поняла. Если вот вспомнить то количество публичных ссор топовых именно депутатов, оно ранее было не таким частым, как сейчас. Та же самая ссора Филатова и Саакашвили в Чернигове. С чем связано вот сейчас появление таких вот ссор? Понижением, скажем, культурной политики, что ли? Ну, я в начале нашей передачи говорил о том, что все-таки, пусть субъективно, как сказал коллега, информационно, но значение этих выборов раздулось и уже имеет определенный бэкграунд. Понятно, что действительно это очень важно для команды Коломойского ввиду как таковой возможной победы их политического проекта и будущих выборов в Днепропетровске. Это важно для команды Порошенко ввиду его уже перспектив, его политической силы, да, то есть подтвердить собственное РНМ, собственную поддержку. И, как я и говорил, тоже в вопросе парламентского управления кандидата на мэрских выборах в городе Киеве. То есть ставка немала, да, именно поэтому появляется такой топ-агитатор, как Саакашвили, и топ-агитатор, как Филатов, да. И их, то, что они схлестнулись, это тоже следствие, ну, растущего накала ситуации, в том смысле, что все-таки высокие ставки вызывают к действию, скажем так, использование козырей, что называется, последних, да. Вот Саакашвили очень точно было сказано, что это в некотором смысле для Березенко прорыв информационный, да, то есть это уже, он, мне кажется, осознанно пошел на этот конфликт, на это обострение. Саакашвили сейчас человек с одним из наиболее крупных, скажем так, положительных рейтингов среди политиков Украины. И это был сильный ход по команде президента. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, если судить строго технологически, бесприменительно там, как бы, как, этической и правовой стороны. Александр, расскажите, вот новый законопроект о местных выборах. Там много поправок, и 5% барьер необходимо преодолеть, и выборы мэра в 2 тура. Смогут ли такие вот поправки привести более тщательный, что ли, отбор кандидатов в городские советы? Якщо ми говоримо про вибори в великих містах, в 2 тури міських голів, ну, знову ж таки, це була певна суспільна вимога, і ця дискусія велась вже не перший рік в Україні. Ну, якщо подивитися статистику за попередні вибори, ми маємо згадати, що вибори народних депутатів України в 94-му році, наприклад, відбувалися в 2 тури, то не завжди потім в результаті, ну, другого туру
там, то результат, який ставився, він був досягнений. Тут постійно відбувалися тоді перевибори в округах, і плюс не завжди той, хто там, умовно кажучи, був прогнозованим лідером в цій територіальній громаді, в результаті другого туру там отримував свої результати, таке інше. Тобто, якщо не заглиблюватися, тут неоднозначно є втілення цієї двотурової системи. Але ну, не це головна задача і головна проблема. Головна проблема все ж таки в тому, що ми зараз спробуємо реалізувати за такий короткий період без підготовки членів виборчих комісій, без підготовки виборців, без підготовки кандидатів нову виборчу систему, ефекти якої для багатьох будуть неочікувані насправді. І тому ця є проблема, щоб виникне багато непорозуміння, коли виборці не будуть розуміти, як так вийшло, що ми проголосували консолідовано за одного кандидата в окрузі, наприклад, в обласну раду, а у нас від нашого округу буде обраний інший зовсім кандидат. От в цьому може бути проблема. І якщо говорити так глобально, то певний ризик електоральних майданів протистоянь на місцевому рівні він є. Він закладений цією системою. І знову ж таки, там як ми можемо там як відносити до російського досвіду, але цей російський досвід якраз показує, що от таке проблема некоректного територіального представництва за цією виборчою системою, за схожою, вона там проявилася. І тут немає жодних запобіжників, що вона не проявиться в Україні при її застосуванні. І тому законодавці мають понести політичну відповідальність. Їх, в принципі, незалежні експерти попереджували, що це достатньо необдуманий крок без обговорення впроваджувати нову виборчу систему з непрогнозованим ефектом. Да, Михайло, вам вопрос. Насколько эффективным станет новый этот законопроект в применении местных выборов 2015? Ну, я полон скепсиса по поводу этого закона. Не сказать, что прям замечательным был альтернативный или тот, что был до этого, но это тот самый случай, когда попытка нововведений была реализована по принципу серединка на половинку. То есть, как бы, недооткрытые списки фактически на самом деле формируется базис для некоторых манипуляций, для оказания влияния и давления, да, когда у нас идет пропорциональная борьба партий, да, ну, как минимум брендов политических, все-таки это влияет на укрепление партийной таковой системы. Сейчас же речь будет идти о том, что соревноваться будут не политические бренды, ну, по большей части, а конкретные кандидаты, и это открывает широкое поле для черных технологий, для административного ресурса применения. То есть, когда, чтобы поднизить общий результат, да, политической силы в общем округе, да, будут просто применяться технологии для купирования и снижения результатов оппонентов основных. И действительно, то, что мы получим в большинстве своем зачастую нерепрезентативные, не покрывающие полностью всю территорию области, примером, или города, представительства, то есть действительно вот в конкретном районе проголосовали за одного кандидата, либо за другого, а они вообще оба или тройка первой не попали. Такое тоже может произойти. Ну, в этом, конечно же, огрехи главные этого закона. Слава богу, там довольно такие волюнтаристские отброшены были нормы. Но я более чем пессимистично настроен по отношению к этому закону. Он действительно новый, сырой и могут быть очень серьезные последствия в ходе выборов. Угу. Еще одна коротенькая иллюстрация. Была заява однієї з фракцій про те, що треба розслідувати, як так вийшло, що в цьому законі немає скорочення кількості депутатів місцевих рад. Да? Там в чому вийшла ситуація, що ця система територіальних округів на рівні районів, де є інші в межах цього району територіальні громади, округи мають співпадати. І тому по кількості там територіальних громад зрозуміло, що скорочення ніякого не буде. Там, наприклад, умовно кажучи, на рівні району буде 100 депутатів. Тобто кількість зростає, і це ілюстративне ілюстративний приклад засвідчує, наскільки непідготовлена Верховна Рада підійшла до підготовки цього законопроекту, але в будь-якому разі вибори мають відбутися, і тут роль суспільства надзвичайно важлива. Ну, як кажуть, поживемо, увидимо. К сожалению, наше ефірне время подошло к концу. Я напомню, що у нас в гостях були Михаил Павлів, політичний експерт, Олександр Клюжев, аналітик общественной сети «Опора» і Донецька обласна організація «Комітет избирателей України». Інформаційний вечір на 17 каналі продовжує випуск новостей, затем буде політичний вечер с Владимиром Воли. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь всегда с 17-м каналом. Мы желаем вам мира.